это колеса, да? Угу. Есть, молодец. Да, мы сойдем. Потом вернемся. Ну, это как бы... Ой, ну, что так, ну что, в добрый путь. Что мы можем купить? Может, купим что-нибудь на личке? Например? Вот в тачке подпоилось только. Денег не взяли с собой. Не страшно. Да, хорош, по-моему, обычно это и из Нальчика, в Нальчик что-то привозят. Нет, нифига. Подобного. Так, ты на месте. Этот... Сейчас увидел. А? Сейчас увидел, что я на месте? Да. Ну, я видел, что ты выезжаешь, что на месте, что... Этот, Серега вчера с самообслужки просил, что, блин, ребят, что-нибудь привезите оттуда, что-нибудь нальчикское. Телку в багажнике? В ПСЖ. Вот тебе, брат, подарок. У нее 5 братьев, если что. Не, он просил что-нибудь такое. 5 братьев привезти. Что-нибудь такое съедобное, а-ля орешки. Такое вот. В 10 часов вечера. Это если мы не останавливаемся. Да, да, да. Поэтому вот я не знаю, пока в сомнениях, как поступить. Ой, ехать. Может, надо было, знаешь, как сделать? Ночью выехать. А. Где-нибудь посередине остановиться. Ну, не ночью, а там днем выехать. Посередине где-нибудь остановиться, переночевать. А нам и так ничего не мешает это сделать. Как мешает? Я все-таки хочу за Конституцию проголосовать. Еще вернуться надо успеть. Не, ну это, конечно... Нам никто не запрещает делать тачки. Не, запрещают. Там 100% явка, мне кажется. Запрещают. Это, по-моему, по месту прописки надо делать. Надо заявку сделать. Ну это да, да, типа открепиться, прикрепиться. Вот. Ну там 100% явка, Единая Россия рулит там. И Путин там, это все. Это да. Так, давай, знаешь, что сделаем? А где документы на машину? В сумке. В сумке? Надо будет не забыть потом этот... добавить машину в штрафы, контролировать. А то они штрафы поздно присылают. Так, он нас ведет вообще, вел через... Да? Через... Да. Я что-то разлюбил там ездить, кстати. Не, я имею в виду, у нас на кошелку нам так идет. Ну, я понял, что это посмотрим, мы вернемся. Разница не особо есть. Тойота охуенная вообще. Вообще охуительная Тойота. Ну где то говняную поставили, да? Ну да, это у них они закупили дешевые эти Тойоты. И потом уже, когда сотрудники начали жаловаться, ну что за фигня, дайте хотя бы музыку, вот начали устанавливать вот такие вот дешевые, да? Конечно, будет так вещать. Нет, все перестанет. Спорт режим есть. Да. О, кстати, давай это делать ставки. Сбрасывай этот спидометр. А как это делать? Ну вот нажимай мод. А, нет, не реагирует, да? Трип А сбрасываем. Трип Б сбрасываем. 8,9 на 100 километров. 534 километра у нас топлива. Ну вот 8,9 пока. Посмотрим, что. Положение определено. По трассе. Очередное путешествие.
путешествия. Да. Блин, вот в Нальчике я ни разу не был. Где-где, на восток, на юг, там сто раз смотрелся. Твой побольше. Скорее всего. Пассажиры ругаются, когда один едешь, быстро успокаивается. Сейчас покупается. 13 градусов на улице. Так пободрит на самом деле в шортах. Там. Печку включили, видишь? Печку. Людей вообще нет на улице. Одни машины. Такое ощущение в последнее время, что когда ты едешь пристегнутый, наоборот, внимание гаишников привлекает. А, на самом деле, а что нам гаишники? Ну, вообще безопасность. Так, какие мы области будем проезжать? Московская. Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская, да? Краснодарский край, по-моему. Ростов мой любимый, блин. Приставом не будем заезжать к Ростовскому? А я документы с собой. Эй. Смысла нет, походу надо смиряться и все. Хар-инспектор так бы не сказал. Ну, у нас нет своего хар-инспектора. Майк Росса. Впереди камера. Ограничение 60. Я все понял, что надо делать. Надо покупать какой-то вирус и противоядие. Да. Противоядие можно продать им потом за 5. Цифры на экране. Впереди камера на скорость и на полос. Ограничение 60. Кстати, надо будет по дороге позвонить, узнать точно адрес, куда везти. Простите, это получается, там сотрудник, пришел новый сотрудник на работу. Да, да. А в Москве кто-то просто уволился, да? Ну, и машина освободилась. Свободная машина. Может, сотруднику в Москве новую выдали.
А там, таких... там вот и гвардия пусть покатается на старенькой, да? Да, да. Какого года? 17-го машина. Да. Нам бы таких компаний штук 10, чтобы прям это... Захотели куда-нибудь поехать, поехали. Ну, чтобы заказы постоянно были. Не захотели, взяли, отправили кого-нибудь из водителей. Олег Молдаван, говорит, найдет, ну, если штука большая, то найдет водителей сколько угодно. А они молдаване, кстати, очень добросовестные. Не распиздяя. Ну, работу они выполняют правильно. Ну, но они, насколько я знаю, там они и денег хотят побольше. Нет, он говорит, десятка, если осталось бы, я бы, говорит, поехал. Если бы десятка, говорит, чистыми оставалось за 3 дня, я, говорит, прям вообще с радостью лечу куда угодно. Хоть в Молдавию. Так. Да, я его начесал вчера что-то. Вообще, вообще супер. Камера в спину, контроль движения по обочине. И шумоизоляция неплохая, да? Ямочки нам, кстати, проезжают, так нормально. Подвеска хорошая. Не, машина не хорошая, такие квадрики. Не, вообще, блин, это Toyota. Блин, я как-то на этот ездил, на... в Крым, на, там, на RAV4, и это вообще поездка одно удовольствие. Да? Ну, я привык вот на таких гонять все время, там, пустышки простенькие такие. На RAV4 поехал. Да, 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 да. Нам там еще нужно будет, наверное, остановиться, помыть машину, пыль сбить. Нальчики? Да. Я думаю, у нас очень скоро будут регулярные поездки в Новосибирск. Да? Да. На завод. Но только не знаю, в Екат или в Новосиб. Кстати, а, сейчас пока еще рано. Сегодня, наверное, позвоню в Новосибирск, уточню коды ОКВЭД. Нам в любом случае с ними заключаться надо. Да, сначала узнать надо количество, вес, тогда по каким этим тарифам они что принимают. Ну, они принимают, видишь, ну, 300 их заинтересовало. Я думаю, они берут и меньше. Их больше интересует наличие, процентное соотношение, наличие содержания. Да, содержание. Там содержать. Возможен затор в правой подпласе. Ограничение 100. Встал первый лист, она не нарисовала. Да. Вот, так что я думаю им... Слушай, а надо, наверное, у них попросить, как... Уснул, что ли, прям? Телефон. Так что, да, чуть-чуть не задел. Этот, вот тарифную сетку некую запросить у них.
Слушай, как ты думаешь, Ира захочет на телефоне сидеть, на телефонные звонки отвечать? Да, я же с ней разговаривал. Просто если дальше идти, дальше расти, одно дело, ну, мужской голос отвечает по телефону, другое дело там... Женский пиздец как влияет. Я тебе точно говорю, прям вот эту вот движуху с колл-центром, с автосалоном, прям продемонстрировал, а лучше некуда. Мужиков сидит, 30 человек звонит, в день две машины приезжают, а, блядь, тёлок 4 штуки, от них 8 машин, блядь. Представляешь? Ну, половина не останется, конечно. Договор, конечно, считают, соскакивают. Не, ну, самое главное привести. Заплатим где-то в районе 1000 рублей, наверное. Да ладно? Да. Ничего себе. Да не, как в Тверь съездить, да? Да. А что, что такая? А платка, на самом деле, она же идет... Я последний раз, когда ездил, платка была до Воронежа. Ага. Строилась от Воронежа до Ростова. А, не, вру. Я один или два раза уже прокатился по платке от Воронежа до Ростова, какое-то расстояние. Но я не помню, какие там тарифы, какие цифры. Вот. А так до Воронежа где-то рублей 700, 600, 800, где-то вот так, до Воронежа. Но мы сейчас еще едем 4 часа утра, до 7, по-моему, там 30%, да-да-да, какая-то там скидка. А вообще по-хорошему, в конце концов, уже надо остановиться, купить этот транспондер, закидываешь на него денег, крепишь его на лобовое стекло и погнал. А намного там скидка дается? Ну, там же, говорят, дешевле намного. Около 30% тех же самых. Ну, там по пара поездок отобьет тебе весь этот... Но он стоит, его купить нужно там что-то 1900, где-то так, наверное. Часто ездит, это очень крутая хуйня. Да, да, да. Кто часто ездит, тем она и... Впереди камера. Но я вот все как каждый раз думаю, и все никак не куплю. Подстраиваться под других водителей.
помню, где я видел ролик, видео ВКонтакте, не помню в каком городе, но, по-моему, где-то на югах, может быть, Нальчик даже, да? Как там ездят? Красный светофор, пофигу. Я тебе говорю, я в Осетии был, сплошная, вот. Пофигу. Да, пиздец, вообще. Очень плохо. Ездят как хотят. Да, Владикавказ, это вообще такое местечко, блядь. Да-да-да, я показал клиентам, что задевали. Вчера звонил парень перегнать из Казани в Москву. Рено Каптюр. Он как физлицо. Я ему все рассказал. Что, сколько, как, что нужно сделать. Он сейчас собирает информацию, ну, по поводу... Он хочет застраховать машину и быть уверенным, что ничего не будет на время перегона с ней. Вот, и потом типа наберет. Ростов-на-Дону. Не успели выехать, уже он, да? На него указателя. Дай-ка звук, наверное, сделаем. Что там камера, не камера, говорила. Первый пункт взимания платы, по-моему, километров 40 от МКАД. На чем вы вчера за Хундай отдали 600 рублей только что ли? Да нет, еще больше. Да еще 300. Еще показалось. Мы поясни, как там, поебали времени, что ли? Нет, еще 300 отдали там. А, это вы отдали за Полик и БМВ, да? Да, за Полик и БМВ 600 рублей. Ну ты считай, 600 и 1300, 1900. Да, дружка, в месяц 60 тысяч. Ты можешь смело какой-нибудь бокс снимать за полтинник. Те же самые деньги будут уходить. А то и побольше мы платим. И по 3 тысячи, и по 4 тысячи, да. И по 18. Это был, конечно, наверное, рекорд. Да? Ну да. Ну а что, 4 подъемника сразу. Еще и зависли на какое-то время, то этого нет, то того нет. Ох, слетел кто-то. Ой, да, вон КамАЗ. Видел, да? Все прямо, да, этот отбойник все нахуй. Да, все положил и там валяется. Пожалуйста. Что, телефон? Там или заснул? Ну, да, там и то, может быть. Жестко вот так ложился, тачку такую, да, прикупил.
такой гой водил и уебал его второй же день, блядь. Там все, рама винтом, считай, что пиздец. Я думаю, они застрахованы все. Денег немало стоит. Счастливые 200 рублей. Вернулась? Да. Сели на новенькую Вольву, закинули два велосипеда. Погнали. И поперли к себе. В особнячок. Один, по-моему, был спортивный велосипед с тонкими колесами. Да, это говорит о том, что кто куда он едет место, там есть хороший ровный асфальт. Ну, либо трек какой-нибудь. Да, возможно, личный. Может, в Сочи едет. В Сочи, кстати, ни разу не был. Я был в Лазаре. Впереди камера. Ограничение 110. Так, мы можем сегодня полезное сделать. Это пока едем, пока я не за рулем, набросать текст для страницы на сайте. Брат вчера подобрал ноут. Стоит. Как думаешь, какая цена? 30. Или ты выше? Давай. Впереди мобильный пост ГПС, контроль скорости. Ограничение 110. 41 900. 42, короче. Да. Со страховкой 45 будет, да? Ну а зачем нам страховка? Да. Но утверждает, что горя знать не буду с ним в ближайшие несколько лет. А что за лапка? Asus. Какие-нибудь там, знаешь, HP, Dell, ага, начинаются от 55. Да. Еще это день, наверное, стоит. Я еще не было такое влиять, почему-то не так уж много. Знакомый работает в каком-то магазине, говорит, сейчас склады пустые вообще. Из-за пандемии этой. Все скупились. Да, скачок произошел. Очень многие компании, очень многие поскупали, ну вот у меня жена даже работает, поскупали ноутбуки,
потому что уже предполагали, что сотрудников будут уводить на этот удаленку, на удаленку, да. И вот чтобы выдать, ну, чтобы сотрудники не компьютеры там вывезли, а ноутбуки, вот все поскупали. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110. Такая хуйня уехала, да? Вот так, да. Примерно вот так вот. Ну, плюс-минус там 100-200 рублей. Просыпаются потихоньку. Кто-то спит, кто-то просыпается. Остался пробег дальше. Ну так ночевать с такими, мне кажется, пиздец как опасно. Почему? Нет? Наоборот. Наоборот, чувствуешь себя в безопасности. Ты столько раз ночевал на таких стоянках. Что такое было открыть? Не. Нормальные там этот детали. Ну вот единственное, попадаются такие, которые, знаешь, вот они весь день едут,
Газовые не взял? Нет. Вечером берут бутылку водки, выпивают, ложатся спать, а утром просыпаются и вот с выхлопом немножко такие навесели, ну не навеселе, конечно, а немножко там с небольшого подуна садятся за руль и едут. Столько переговоров по рациям слышим, что тормознули, там что-то отмазывался, кому-то лишили. Тут ебать-то в одной, наверное, конечно. Не, не в одной, они парами. Смотрел, какая погода в Нальчике? Да, я так далеко не заходил. Впереди камера. Ограничение 30 сегодня. Да, это так, как в Москве, короче. Климат-то был, конечно, завтра, да? И ближайшие, короче, ближайшие 3 дня 32 градуса, потом 34, в понедельник, вторник 50. Ты как выспался вообще? Чуть-чуть дыманул. Во сколько? Ну, было еще 23:45, я еще, блядь, это, только так дремал. Я вот примерно так же, да, где-то вот в это же время засыпал. Получается, господи, рядом. Ну, что, все-таки дыманул. Зато в самолете, наверное, вырубился. Как спокойно полеты переносишь? Вообще, да. Так, давай попробуем, знаешь, что сделать? Посмотрим РЖД. Ну, я вчера смотрел, и ближайший билет на РЖД. На 1 июля, это на среду, на завтра. Впереди камера. Цена была, конечно... 10. Космос, да? Сколько? 3995. 4000. И самолет трешку стоит. Вот это. Многие, наверное, все-таки боятся, наверное, летать, да? Ну да, есть такие. Есть. Поэтому ценники на ЖД висят, но держатся. Там на самом деле в районе 3,5 авиабилет это Победа, это самый дешевый. Ну, да. Вот, а так какой-нибудь Аэрофлот там 4,5 где-то так стоит.
Единственное, хотелось бы подобрать самолет с прилетом в Домодедово. Все-таки гораздо проще из Домодедово добраться, чем с какого-нибудь шарика. Впереди камера. Ограничение 110. Но от нас мало что зависит. Шеверон, да, каршеринга, дофига. Я что-то в новостях видел, как бы это. С каршеринга проблема в аэропортах. Давно видел? Буквально недавно. Эконом один был. Но мы когда в том году прилетали из Турции, мы немножко замучились. Замучились ждать машину каршерингу по Внуково. В Домодедово с этим проблем вообще нет. Там их штук 100, наверное, стоит. Выбирай на любой вкус. С Нальчика до Анапы, интересно, далеко? Посмотрим. Ты хочешь там не домой возвращаться? Несколько сот километров. Где Анапа у нас? Где? Нет, там прилично получается. Анапа где-то в районе Сочи. Нет. Где? Краснодарский. Да. А, вот. Далековато. Очень далековато. Впереди камера. 60 километров. А у нас этот кто? Хас. Осетин? Нет. Вроде на Балкарии. По-моему, да. С Нальчика допустим. Ну, конечно, был в Нальчике, помнишь, мы когда сказали ему с Нальчика. Слушай, а из этого, из Нальчика не летают S7. Знаешь, какой еще есть вариант? А? Посмотреть билеты подешевле. Во, первое это. Так, я не такой. Нет, нам этот зеленый, желтый нужен. Этот транспорт. Вот, да, вот как раз вот за этим. Сколько они там хотят? Ух ты. Че? Как этот ехал. Сколько они хотят денежек? Транспорт? Осторожно, жесткий шлагбаум. Поставили жесткие, чтобы это не проскакивали. Проезд. Ну, тут очень много было таких, которые пристраиваются. 60 рублей. Нет, там под эту полку. Не-не-не, под нее. Ночной тариф. До 7 утра. А так 120, по-моему. Да? Полцевой, что ли? По-моему, да. Жесткий шлагбаум, человек жесткий, гнутый есть.
Ну, были такие, кто проскакивал. Да ёпка, блин. Чё, это, подбиваем все эти. Возможно, монетку там или где я не забрал. Не, все забрал. Подбиваем этот чеки. Да, конечно. Потом посчитать, во сколько нам пошло. Но самое дорогое, я тебе сразу скажу, что у нас будет. Это поездка домой. Нет, это два расхода. Это бензин туда и билеты обратно. Да. Ну это конечно, а что еще может быть? Смотри, смотри, какой еще есть вариант. Как вернуться? Облакар. Не, не облакар, мы с ума сойдем ехать. У нас, конечно, молодые, здоровья много, но надо бы себя пожалеть. Я один раз такое практиковал. Из Пятигорска я уехал в Краснодар, сел на самолет и полетел. Но из Нальчика. Какой не летает? Не, летают. Из Нальчика до Краснодара. В Нальчике аэропорт есть. Из Нальчика до Краснодара далековато. Как это летает? Где? Нальчика? Да, да, да. Я вот ее цены-то и называл. В Минеральных Водах есть аэропорт. Разница от Нальчика до Минеральных Вод 1.5 часа езды. 105 километров. Мы можем потом в Нальчике сесть на Блаблакар и поехать в Минеральные Воды, если там будут билеты подешевле. Вот еще раз, смотри, на 8 число билет стоит 2000 рублей, а на 1 июля, на сегодня и на 1 июля 3600. Потому что билеты раскупают, если заранее берешь, берешь по такой цене. Есть Победа за 4198 рублей с пересадкой в Санкт-Петербурге. А долго пересадка? 10 часов 15 минут лететь с учетом пересадки. А там сколько всего лететь в Санкт-Петербурге? Ну из Нальчика до Питера дальше, чем до Москвы, я думаю, где-то 2.30, наверное. До Москвы 2.20 вроде показывал. Да, до Москвы показывает 2.20 прямой. Аэрофлот 2.40. До Питера, наверное, 2.5 часа. А от Питера до Москвы где-то минут 40-50. Ну там реально я несколько раз летал из Москвы до Питера. Слетаешь, покушал, садишься. Так, а давай посмотрим, откуда Минеральные Воды, да? О, Минеральные Воды 2199 рублей. Чё-то я чувствую, что... А на второе число 1699. Что-то я чувствую, что мы в Минводы поедем. Надо было Блаблакар будет искать. Из Нальчика в Минводы. Блаблакар. Ну, одно дело, смотри, заплатить 8 тысяч рублей за билет. Другое дело, там, 4.5. Конечно. Летает из Нальчика
Тесла в 2050. Это поздновато. А есть еще. Еще один. 1045. Вот 1045 бы нам сесть. Инстаграм, ВКонтакте, что не только там автосервиса и перегон, но где-нибудь будем останавливаться сколько. Ну вот можно уже прямо сейчас купить билет, но я пока торопиться не буду. Надо скачать это приложение Победа. Хочу посмотреть, куда прибывает самолет. Есть у меня подозрение, что как у нас должен шарик. Потому что Домодедово, по-моему, не принимает Победу. Да ладно? Да. Домодедово с С7, шарик с Аэрофлотом. А Победа и туда, и туда, и туда вообще, ну, чаще, наверное, во Внуково. Thank you.
аккуратно, не надо. Так, первый. Ну, Внуково тоже не так далеко. Да, тоже более-менее. Так, найти рейс. Жалко, не показывает, сколько билетов осталось. А сразу не вариант взять, да? Да. Мы неизвестно успеваем его. Да, незачем, незачем сразу. Нам еще нужно же добраться из... ну вот, стоит километров проехать. Интересно, сколько такси будет стоить на крайняк. А, кстати, да, давай сразу я посмотрю. Наверное, за 127 километров это нормальная цена. Для пассажиров нормальная, для такси, наверное, вообще ни о чем. 1600 рублей. За 120 километров, да? Да, 127 километров. В принципе, 127 километров, это что это? Вот как из Москвы поехать кого-то на дачу отвезти. Посмотрим, бла-бла-бла.